Вот. Понадеянный по аурам там этот самый Холипал, третья аура. Ретрики и Виталий Кун, слышишь, поставишь третью ауру, когда зайдете во тьму, хорошо? Конечно. И этот самый, давайте танки, Войд, иди танч. Приведите еще трэш с другой стороны, пожалуйста. Вой, ты тут? Трися, дернешь командира на себя, забери. Кто там еще? Виталий Кун. Забери там обове, я приведу еще. Трися, командира заберешь, рейд сыграйте в командира. Я выбегаю уже, иди забирай командира. Играйте в командира все. Весь остальной трэш оставьте. Забери с меня, вот, да. И друиды, залейте ману шаману. Я веду еще пачку там. Аккуратно, ну зачем вот кот? Ты сдыхаешь, ты должен бить одного командира, ты бьешь там пачку трэша. И ты там дохнешь. Бейте командира, зачем вы долбите там трэш? Какие же вы бестолочи, честное слово. Дима Джерион, ты где? Один хил, подбегите сюда, подхилите меня. Зайдите сюда, чтобы босса не сагрить. Идите хотя бы к выходу там, отойдите. Это просто не надо брать в первые резки вагонов. Они, ну, они всем твинкам, кем врываются на ПР. Ну, походили, а теперь впадло идти фармить. Давайте сейчас этот самый. Джерри, он тут? Угу. Mm-hmm. Джерри, он проснулся. Дима, ты заходишь, нет? Мы тебя ждем. Димон, Джерри, он. Этот самый, давайте еще одна пачка трэша там. Забери этот трис, забери командира. Давайте сейчас быстренько этот самый. Вот, убьете командира, убьем этих мобов и будем бить уже. Вот этот Beast Mod, Тесудар, вы заходите, нет?
ты сюда зашел, бисмот, кот, ты где? Бейте активнее трэш. Так, Виталий Кум в танке, в принципе, там пока воет АФКшит. Мы этот самый убьем миника. Войт кем идет? Войт идет Бладдека, он будет танчить свет. Так, этот самый, стойте, стоп, не бегите туда, убьем этого впервые. Давайте фул... О, отлично, давайте фул баф, вернитесь, вернись, куда ты побежал. Фокус, убьем здорового впервые. Вот. Джерри, он-то тут нет. Да он сейчас зайдет, там, у него пинг. Возьми нету. Джерри на рог, и я зайду варом во тьму. О, давай так. Это же вроде был Серега варом, не? Нет. Лопнусь. Или был, или нет. Ты вроде первый раз варом был, потом магом. Не, магом был первый. Ну, короче, варом ты был вроде вчера. Короче, пойдем с двумя рогами плевать. Как мы это сделаем по патям? Пороги. Виталий Кун, ты где? Да, сейчас я отключу тут моды, чтобы не это висло. Все нормально, сейчас я зайду и дам кулаки всем. Здорово всем. Привет. Привет. Так, давайте этот самый. Первую копию танчит Войд, вторую Триси, а третью я, Виталий Кун. Останься в танке, будешь на подхвате, если кого-то сбреет. Понятно? Конечно. Если кого-то сбреет с ДК, короче, я заберу эту копию. Ну, если на мне уже будет копия третья, то заберешь ты. Понятно? Ты на каком ДК? Я протопал. То есть, смотри, если мы танчим, все нормально, то все нормально. Если ДК сбривает до того, как появилась третья копия, то поймаешь этот самый, ну, третью копию. Понял? Понял? Все, давай вот. Дайте сюда. Пати башу. Ташо башу. Гроувд. Он вместо ханта зашел. А, ну пускай, отлично. Тогда баш. Где ты там? Вот, тогда мы рог двоих кинем в свет, пускай будет. На пол. Войд, пуляй, суманем баша после этого. Нехуй стоять. Давайте это самое. Очень холод был. Отверни от рейда там. Там маги перед лицом стоят. Вон. Ясно, маг. Кретин. Слов нет. Трися, твоя копия. Забирай. И хильте хорошо. Этот Хазарак. Отвечаешь за Теркоза, хилишь Теркоза, понял? Так, Трися, накаплю тебе. Поднимите Хазарак. Ясно, еще один под рожу влез. Смотрите, сейчас будет разделение. Прожмитесь, танки там. Хильте хорошо, ДК танков.
Нет. Перехиди хорошо танков. Меня прохиливайте. Все отлично, молодцы. Идем к этому к дракону. Резните мага, который не может отойти из-под клива. Хазарак должен будешь. Машулечка, зачем вдал? Что случилось? Так, доспех. Давай. Хорошо, давай быстренько. Так, этот. Тоти. Там Баша. Баша перекинем. Во тьму. Вот. Все, начинай, Войд, пуляй. Меточки выносите, хан снимаешь этот берсу. Роги тоже можете. Ну, в принципе, хан есть, хан должен это делать. Давай бей босса, бафнем тебя перед Халионом. На тебя только реги переводить. Отойти не можешь два шага в сторону. Смотрим, меточки с рейда. Меточки с рейда выбежали. Хан подрожен, не стой, тебя дыханием достает. Сейчас будет опять еще один взлет. Бейте активнее. Вот, молодец, хан. Дракон полетел. Меточки с рейда выбежали. Меточки с рейда. Кто там в воде метки? Паладины там на ходу, ребафните мага и шамана, они падали. Там по башу, кстати, тоже дать фул бафы. Но на нем, походу, все есть. Бля, у всех пингу. Нет. Да, у меня такая же пингу. В смысле пинг? Ну, спайк или пинг. Давайте этих мобов убейте. Кто там побежал к боссу? Что это за цыган? Войд и кот какой-то. Вернитесь, бейте трэш. Прям секунды три, да, Копар, задержка? Ну да, примерно. У меня такая же ерунда. Это на Личе началось. Да, слеча такая. Ну, добейте трэш, что вы стоите, вы ж тянете не только свое время, но и время всего рейда. Этот самый Теркос справа, я буду здесь. Этот самый, давайте чек на присутствие. Я почти подошла. Там. Баш там АФКшит, короче, пускай АФКшит. Все, пуляйте, бейте, Маша, там стой. Можешь меня хилить или нет? Через эту хилю. О, да, все, будешь меня хилить. Там этот Виталий Кун, кинешь каплю, войду, когда там будет 5 стаков на нем. Конечно. Хильте Вайда хорошо.
Можешь кинуть, уже войду каплю. Все, давайте это. Идемте там, дракон. Здесь нет. Тщеславие, да, ты будешь во тьме, скорее всего, сейчас увидим. А ДЦ где играть? Во тьме тоже. Так, этот самый, во тьме будет Машулечка, Апис и Фокус. В цвету будет Хазарак и Пришествие. Свет танчит на третьей фазе Войд, начинает Трисия танчит, свет заходит во тьму. По этим, по фридомам паладины договоритесь, там Виталий Кун и Вэй, еще одно замечание, паладины, эти фридомы кидайте, когда человек выбежал к стенке, не скорее, иначе оно, ну, с него слетит фридом и он умрет, этот самый. По иннерам теперь Бестмод заливаешь Хазараку, как только зайдете во тьму. Наймер заливаешь Машулечки. Тесудар заливаешь Машулечки, перед выходом залешь там. Вот, что там еще. Что-то по диспелу на третьей фазе подиспелит свету. Это воскресенье, Антон, ты будешь диспелить. Не буду я диспелить. На пинго. Кто может подиспелить свет на третьей фазе? Кто может свет на третьей фазе подиспелить? Ну вон, креста назначка там. Ну тогда, короче, будет этот, три кнопки, короче, диспелит, да и пиздец, я не буду тут разбираться. Не диспелит кто-то. Ну, блядь, сейчас с маги получите ГП, короче. Кстати, все классы, которые диспелить, могут ГП сейчас получить, нахуй. В натуре, блядь, вы не можете, ты дамажишь, ты срёшь, ты диспелишь рейд. Мне плевать. Короче, три кнопки я тебе назначил. Плевать, без аддона, точечно, выбираю в цели диспель, мне все равно. Смотри, кто особый на хунами, тесово, так за тут? Куда там это больше? Не, дякую, кися. А перед кем? Поставьте приста на диспель. Да что приста, прист еще, ну, он, ну, неопытен, понимаете? Вот есть такие... Извините за слово, пидорасы, которые играют тысячу лет, им говоришь по диспели, они, блядь, выебываются, что не хотят диспелить. Я просто не могу найти других слов, блин. Греху. Так зачем тогда они идут в рейд, если они не хотят пользоваться, ну, рейдом? Так я тоже так думаю. Мысли. Сейчас. Серега, что делаем? Назначаем приста, не умеет диспелить, даем ГП. Назначаем сову, не умеет диспелить, даем ГП. Тут смысл в том, что я уже сказал, это, ну, три кнопки, ты диспелишь. Да, не будет диспеля. Я прошу прощения. Да он понимаете, типа, он опытен, он умеет диспелить, блин. Он просто выебывается, блядь. Ну, типа, я вообще этого не вывожу, блин, меня это раздражает. Давайте, короче, не будем диспелить, так будем играть, на третьей фазе просто доком будем отметить. Давай я подиспелю просто. Ну вот, ну давай ты подиспелишь, так хули ты выебаешься, Антон? Да сука, пингот, бля! Так все, во тьме диспелит Рдру, Апис подиспелит, Апис нормально. Ну ты в рейде диспели, и пока пингует, он уже будет у края. Все, так, этот, Маша, ты тут? Апис. Так, все, тихо, закройте рты. Я только третью фазу диспелю. И воскресенье третью фазу диспелишь. Ты с удар страхуешь. Там кто может себя диспелить, сами выносите метки и диспелите. Понятно? Вот. Ну, короче, этот самый. СС кинь, короче, на хули пала. На третьей фазе.
И Ваня, Варенька, СС кинешь этому самому коту на третьей фазе тоже сейчас. Этот самый, так. Там во тьму заходит, ну, вы все поняли, Ваня, там зайдешь во тьму, ты в курсе. Нет, нельзя. Кто ближе звездочки будет стоять, получите сразу по 100 ГП за каждый раз, что ближе звезды будете стоять. Да кто диспелит? Кажут, нет. Воскресенье диспелит, уже сказано. Вы что, в уши долбитесь? Тесудар. Тесудар. Сова, ты слышишь ВРК? Чек на пул. Тесудар. Диспелишь себя сам, когда выносишь метки. Все. Все готовы, начинай. Трися, пуляй. Кто будет стоять ближе звездочки, получите ГП. Встали в звезду, миники. Вон кот стоит какой-то под боссом. Кто это? Вот Джерион. Отойди, ты сейчас метку оставишь под боссом. Отойдите. Метку выноси, мах. Диспельсом себя и через хвост перебегаешь. Рейд перебежал. Отбегайте дальше, очень близко, лужа. Разлили роги, стоят вплотную. Вот, отлично. Огонь на пуле, ханты, роги. Ханты, где на пул? Нету на пул от ханта. Вот, убили, смотрим. Метку следующую через хвост несете. Выноси Апис, там все захиливай. Перебежали рейд. Оттянитесь дальше от босса. Играем в босса, потому что не хватает урона. Играйте в босса. Трэш на пульте мелкий. Аккуратно, не срывайте, он вырос. Ну куда ты ведешь? Играйте в трэш мелкий, помогите РДДшке пока. Все, Трися зашел, рейд заходит. Трися, заходи. Вот так, блядь. Рейд, заходите. Четвертая пати осталось добивать големов. Так, смотрим. Первая метка во тьме назад идет. Встань, держите звездочки, рейд. Вар, относи назад. Назад, просто назад. Возвращайся. Вот, все стоят в звезде, чтобы вас не подсбривало. Вот, двигайтесь со звездочкой. Добили. И стойте, тут лезвие пока. Все, четвертая пати, заходите во тьму. Меточку ВВ вынес, молодец, диспальте его там. Вот, играем, дамажим. Сейчас будет сложная метка, ее выносим наперед. Фокус выноси наперед. Дамажи босса активнее. Очень, очень мало урона. Двигайтесь. Смотрим, метка сейчас назад идет. На мне метка, бля, я так лагаю ужасно. Фридом на меня киньте кто-то. А то я не дам себе фридома. О, все, отлагал. 51% танк, лови. Метку, ждем метку, никто не выходит. Метку в сторону, метку в сторону, рейд вышел. Рейд вышел, выходим рейд. Вот, рейд выходит, скорее, скорее, скорее. Все вышли, давай шамангеру. Оттянитесь от босса, ребята. Не стойте под боссом. Чем ближе вы стоите под боссом, тем больше вероятность, что мы вайпнемся. Станьте в звезду, милики, я достаю отсюда бить.
Вот, все, отлично. Метеор, перебегаем. Отнесись, вот лужа. На пол мелкий трэш на меня. Играем по трэшу. РДД в большого, милики в мелкий. Играем по трэшу. Дайте рост во тьме. Во тьме, да, Геру, дайте. Играем только в трэш. Свет не бит, не бить босса. Свет не бьет босса. Свет стоп ДД. Лок СС на кота, спасибо. Ждем метеор. Свет не бьет, свет стоит, курит. Перебежали рейд. Тьма, вы там живы? Дайте Геру, я не знаю. Аписа поднять надо. Аписа поднять. А этот самый, дай БР, пожалуйста, хаммер. Блять. Вообще все. Падает, тьма упала. Ясно. Лайк ГП мне, короче. Ты лезвие поймал? Угу. Ну ладно, сейчас убьем. Компань, не слагаешь ему прыгать. Да сейчас убьем. Да у меня подвисло во тьме вот перед выходом буквально. Такой, бля, лагодром. Начал, короче, крутить чуть-чуть, начал лагать. Думаю, бля, надо пробежать немного в бок и поймал. Иди. Это чисто моя вина, так что думаю, сотку можно. Там этот самый свет. Ну, вы смотрите, когда 40, не долбите босса. Зачем вы всекаете по боссу, когда, блядь, ну, 40%, я не понимаю. Это, ну, здесь не меряют, ну, не надо меряться ДПСом, здесь надо, ну, играть на рейд. Играть от дефа просто, да и все. У тебя, короче, процентаж свету показывает, как по умолчанию или аддон какой-то или что? У меня, например, в свету 0% пишется, да. Если я во тьме, то во тьме нормально вижу. Если в свету, то на третьей фазе. Хз почему, короче, многие так и многие видят. Ну тогда слушай, я же озвучиваю, я все говорю в РК. Не, вообще я имею в виду. Вообще, я думаю, может, что-то там аддон скачать или что-то подкрутить нужно. Чтобы мне тоже видеть, например. Чтобы... Итак, этот самый. Так. Знаете, что мы сделаем просто? Мы, короче, этого самого АВВ останемся во тьме, хорошо? Нормально все во тьме, дайте просто Геру сразу, когда я написал. Сейчас. Так, он наступает, там нормально, там просто не стопнули по свету. Ну, тогда АВВ, пойдешь свет. Пойдешь свет. Ладно, сейчас еще, если не убьем, то что-то будем менять. Чекаем на баф и чекаем на пул. Мерик, еще одно, повторяю, я ставлю специально для вас метку. Я вон поставлю квадрат так, чтобы вы видели, блин, для слепых. И ближе квадрата не стойте просто. Все готовы, заходите за линию. Зайдите за линию. Так, секунду. Вот, давай, тряси, пуляй. Не ближе квадрата, ребята. Смотрим, меточка. Вар выноси. Перебежал рейд. Близко метеор, перебегаем до подальше. Огонь в рейд, отдал сакру, захильте рейд, на пульте трэш на меня. Играйте, милики, заоешьте трэш мелкий. Вот, все, играем в босса. Леро, выноси метку, через хвост, беги через лужу. А, пришествие, выноси и через хвост перебегаешь. Перебежали быстро. Вот милики такие бичуганы, капец. Оттянитесь. Как хан сдох? Да я вижу, что хан умер. Хан, ты с нами? Да этот, дай БР апис по ханту.
забафали ханта. Все, перевели, отлично. Четвертая пати осталась, рейд зашел. Зашли, стали в квадрат. Все, не тяни дальше. Ты слишком много протянул. Встаньте в квадрат, иначе вас сбреет. Третью ауру ретрики поставьте, пожалуйста. Почему нет третьей ауры? Метку назад. Диспельте кота. Захил. Возвращайся в рейд. Смотрим, лезвия пошли. Рейд двигается понемножку. Двигаемся. Терко захилим. Смотрим метку сейчас назад. Назад, ВВ, назад. 38. Заходите, заходите. Рейд быстрее. Сложная метка ВВ наперед несешь. Фридом ему обязательно, там не проспите палы. Вот, играйте пока домашче. Вот, смотрите, будем выходить после метки. И там был Азион Ваня, выноси метку. И в святом готовьтесь, 52%. Диспельте Ваню. Ваня, возвращайся. Смотрим, выход во время лезвий будет. Рейд, выходим, быстрее, быстрее, быстрее. Так. Встаньте в квадрат, милик, я отсюда достаю бить. Вот какой-то... Дима, вернись, отойдите в квадрат. Поставите метку, ну. Вайпимся, дайте геру святу. Но. Метку выноси, воскресенье. Назад просто диспел себя. Да, ДПС. Много тут тактики никакой. Вот и метку принес. Бегите вперед, перебегайте. Чтоб ты не спелил. Оттягивайтесь. Оттягивайтесь. Это РДД, стоп ДД. Играйте в большого, милики. Паш, перью можно давать? Да. Милики, играйте в мелочь. Напуливай хант на мини мелочь хорошенько. РДДшки, играйте большого, тьма, дайте геру. Свет, стоп, босса не бить, играем только большого. Все, играем в босса, выноси назад, просто назад. Смотрите, сейчас будет метка, аккуратно. Милики, оттянитесь максимум. Рейд перебежал, побежали. Вы, давай ты не будешь так криво не стали. Тихо, не орите, закройте рты, блядь. Этот самый. Свет пока трэш. Только в трэш играйте. Напуливай хан трэш, хорошенько. Папироса, молодец. Да, этот бестмонт, сейчас дашь бэрку папиросе. Как добивайте мелкий трэш активнее. Милики, активнее, больше урона мелкий трэш. ВВ назад метку, больше урона в свету, я не вижу урон по трэшу. И дайте бэрку, давай бэрку папиросе быстрее, папироса сразу встаешь. Побежали рейд. Перебегай, папирос. На мне метка. Приморозите трэш. Приморозь трэш. Аккуратно там с трэшем. Так. Падайте, Майк. Папироса, как ты умираешь? Зачем ты долбишь иссушением? Ну, когда трэш еще бежит. Ты должен вообще бить большого. Понял, больше не буду, простите. Ты можешь иссушением подбить, когда у трэша там лоу хп, помочь миликам, но никогда он только появился, и ты сразу долбишь иссушением. Ну, ума ноль просто. Ты тактику не знаешь, папироса? Да все, тихо. Это нормальный прист. Он учится только. Ну, он не знает еще тактик в идеале. Поэтому, ну, в РС, по крайней мере. Давайте еще раз.
Просто назад, за спину рейду, выносите метки в свету, там не надо, ума много. Ты носишь куда-то, хер простишь куда. Фокус, спустись на маунт. Спустился. Сейчас так. Кушайте, ешьте рыбу. Сейчас все будет. Иннер, этот самый, ты судар, слышишь меня? Да. Залёшь машулечки перед выходом. Окей. Вот. Beast мод. Beast мод при заходе во тьму. Еще одно, Триси, а ты, когда уже он начинает вот эту свою шаманить херню, короче, ну, чтобы во тьму уходить, уже подбегай к, ну, к этой херне, хорошо? Я понял. Когда, чтобы когда я дам команду тебе зайти, чтобы ты сразу зашел, а не я дал команду, там уже маги прыгают, да ты подбегаешь только. Уже, ну, просто второй трай подряд такой. Чек на баф и чек на пул. Кулаки человек... дайте по друидам. Так, это, ну о, не флудите во время трая только, пожалуйста, а то, ну, я сбиваюсь из-за того, что вы флудите. Кулак, дайте друидам кулак. Виталий Кун. Так, чекаю еще раз. Что ты мне говорил там без мод, а потом на третью переключился и не досказал? Без мод, я сказал бэрить папиросу. Если, ну, ты не слышишь. А, так я его бэрнул, ладно. Ну, так, все нормально, чек на пул. Все, все готовы, пуляйте. Роги, пожалуйста, там у вас мясорубка, я так понял, или что это? Там этот самый, стойте, милики, вары, вот, ретрики, блядь, видите квадрат? Я отсюда достаю мили-атакой. Не стойте в плиту под боссом. Смотрим метко. Выноси тщеславие под стеночку. Через хвост бежишь. Смотрим, перебежали, вот на какого-то милика кинулось. Но это нормально еще. Оттягивайте этот фрейм, а не стойте. Напуливайте трэш. Напуливаем трэш. Мелкий, завеши мелкий, выноси метку, вай. Вот. Мелкий трэш долили, отлично. Смотрим. Играем в босса, бежим следующую метку. ДПС в натуре много. Метку через хвост побежишь, понял, папироса, через хвост рейд побежал. Мы смотрим, мелкий трэш напуливаем, метку выноси, давайте переводим босса. Так, Трисси, все, давайте, пошел рейд, заходите. Все, пошла. Нормально, вайп. Трисси, я упал. Отдай незыблемость, блядь, когда заходишь. Я зашел сразу за тобой, ты умер там за секунду просто. Да, именно так. Да потому что, ну, я не понимаю, это либо спецом люди рачат, чтобы повайпаться. Сами свое же время теряют. Ну, тогда, понял, я сути... зашел не с фулл хп. Понял, ну, там по луже пробежал. Слышишь, короче, жди, пока лужа пропадет, действительно. Сейчас мы сделаем все с умом, не будем спешить. ДПСа много. Жаль, ума мало. Давайте, Винс. Давайте скорее, заходи, вар. Скорее, ресайся.
кушаете, поставьте рыбу, пожалуйста. Кто может ставить, я вам дам две штучки рыбы. Да поставьте рыбу кто-нибудь. Маша, на, ставь рыбу. Вот стоит рыба. Кушайте рыбу. Вот. Вы какие нарывать раздаете? Вы когда вышли, короче, учили, смотрите, 45% было. Смотрите, best mod. Заливаешь озарение Машулечки, когда зайдешь только во тьму. Тесадар отдает... Хазарок уже заливал. Так, тихо, так слушайте, я вам объясню сейчас. Запомните, и чтоб, блядь, чтобы не было тупорылых вопросов. Best mod. Заходишь во тьму, даешь сразу иннер Машулечки. На выходе ты с удар даешь иннер Машулечки. Поставьте плюсы, что вы меня поняли, вкурили, что я вам говорю. Ты с удар, ты вкурил? Ой, маму. Он тебе, наверное, опять мод кинул. Что ты стучишь на барабанах, что капец. Мудак, ты даешь иннер Машулечке. Ты меня понял? Нет. Ну так запиши. Нет, себе на лбу. Я записал, я тебе сказал, что буду давать. Когда выходишь в свет? Окей. Перед выходом в свет. Хаммер. Заливаешь озарение Хазараку, когда заходишь во тьму. И потом, ну, по КД как откатит, короче. Чек на баф, чек на пул. Чтобы я ему святым заливал. Хазарак. Шаман. А, все, окей. Все готовы. Встаньте по местам. Переходите за линию. Все готовы. Трися, пуляй, рейд. Ну, переходим за линию, вон. Фокус, молодец, принял чек и сидит за... Просто красавчик. Метку выноси, Виталий Кун. Ну, уёбок, блядь, хули, перебегайте. О, зайди в огонь сейчас там. Смотри, там огонь будет, мы тебя бернем. Зайди в огонь. Апис, подымешь его, выйдите с огня. На пол на меня. А, падайте. Зайдите в лужу, блядь. Минус 2 сходу, блядь. Зайдите в лужу, рейд. Сука, если я чекаю, ты принимаешь чек. Так, блядь. Ну, что ты потом уходишь делать? О, сука, какие вы тупорыли. Так зачем ты принял чек? Может там кто-то вместо него принял. Там код нажал по-любому. Да нет, это просто Ваня не смотрит. Первый раз, когда Ваня чекал, я тоже не принимал. Он говорит, все готовы, пошли. Я хотя бы вам помогла. Да вы должны быть всегда готовы. Даже если вас... Ну если вы принимаете чек на готовность... Там пишет проверка готовности на этой табличке. Вы нажимаете да. Так посмотри лучше просто. Фу, блин. Как с вами тяжело. Да ну если вы принимаете готовность, то значит вы в натуре готовы. Вы сойдите с рыбы. Зачем вы повставали на рыбу, блин? Сейчас все будет. Чек на бафы, чек на пул. Чего не хватает, Тиркос? Ну все. Чего не хватает, Ваня, Варенька? Пришествия чего не хватает? Да, добавляйте бафы, чего там не хватает. Чек на пул. Ваня, Варенька. Чек на пул. Пист мод, чего не хватает.
Дима Джарин, чего не хватает? Варенька, Дима. Сейчас вон Ваня подойдет, будем начинать там. Дима как раз договорит, надеюсь. Ваня, Варенька, мы только тебя ждем. Так, я тут сорян. Так. Перешли все за порог. Трися, начинай. Ну вот что это такое? Я поздравляю, кто там, блядь, Трися. Сейчас, Трися, после дыхания выровняем. Я еще не прожал таунт уже, Валя. Трися, давай таунт разворачивай. Вот, более-менее выровняли. Перебежали рейд, перебегайте. Сейчас больше урона надо у босса, потому что мы потеряли урон из-за того, что вы пуляете. Дал сакру. Дал сакру, выйдите с огня. Мелкий трэш, напульте на меня хорошенько. Хант, напуливайте на меня. Били зону. Аккуратно там. Захиливайте кота. Меточку выноси, Ваня. Вот. Да. Оттянитесь, этот самый. Сейчас будет метка. Ее через хвост. Пришествие через хвост. Дисперсия. Мирик, оттянитесь от босса, пожалуйста. Ну куда бежим, ты побежишь? Бежим, 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 далеко. Бежим, бежим. Сзади метеор не увидел. Нормально. Давайте, переводите. Трися, сейчас сразу не заходи. Мелкий трэш, напуливаем на меня. Играем мелкий трэш. Переводим босса, 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 босса. Помогите, обдотайте больших. Трися, стой еще. Ну все, можешь заходить, Трися пошел. Рейд, заходим за Трисей. Четвертая пати осталась. Заходим во тьму, стали в квадрат. Смотрим, первая метка пойдет назад, ребята. Первую меточку выносим назад. Смотрим. Хазар, выноси назад. И сразу в рейд. Это хил, поэтому, ну, фридом ему. Сколько? Смотрим, сейчас будут лезвия. Двигайтесь. Добили. И стойте, у нас лезвие. Вот. Заходите. Заходим. Четвертая пати заходит. Становитесь в квадрат, потому что вас хвостом застанет. Хант очень долго думает. Хант, молодец, вынес метку. Смотрите, следующая метка пойдет наперед. Кот, выноси наперед, бестмод. Наперед. Фридом ему. Дисперти. Там инер этот. Тес-удар. Тот, что мудак, заливает шаману. Да пошел ты нахер, блядь. Я залью. Вот, молодец. Хазарк, назад выноси, назад. Это свет, готовьтесь, там 52% у босса. Вот, смотрите, выход будет во время лезвий. Вот, смотрим. Все в портал, быстро, 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 пока метки нету. Смотрите во тьме метку, Виталий Кун, вынеси, только не под портал. Все, в свет вышли, дайте геру. Даем геру. Держимся в свету на максимальном рейнже от босса. Миликов это тоже касается. Причем в первую очередь. Бестмод выноси. Скорее назад, просто за спину рейда. Диспельте его. Вот, отлично. Перебежал рейд. В свету перебегаем. Тьма, дайте геру тоже. То мы сейчас вас передаем. Можете уже дать смело. Лужа в рейд, дал сакру, на пул на меня дайте, хазар. Нет твоей вставки, дает. Да, дайте, да, да, дай БР, этот, хаммер, дай БР по хазарку, дайте ему сразу
Артис, как ты умираешь? Как долбоёб. Как? Как долбоёб, а чё? Ясно. Дай БР этот, ТСДАР по Апису, быстрее. Уже падает метеор. Этот, тьма, хилите пока вдвоём. Свет не бейте, свет стопните. Свет стопните, дамаг. Играйте только в трэш. Лиро, вы на семетку. Аккуратно с трэшем. Хилим танков. В свету залейте шаману иннеры, если откатило. Играйте только в трэш. Этот, ТСДАР. Если я резнули, то пусть заходит. Да, подними, выноси метку папироса, диспельте папиросу. Апис, заходи. Там на себя иннер кинешь. Смотрим, свет, метеор, перебежали. Метеор очень близко, оттягивайтесь подальше, потому что сейчас опять подохнете в лужах. Оттягивайтесь дальше от босса, скорее. Смотрим, играем только в трэш в свету. Играйте только в трэш. Напуливайте на меня хорошенько. Играем в трэш по своим мобам. Фокус диспел. А да, я вижу. Хазарах, ты просто лучший. Есть БР в свету у кого-то, друиды? Так не напуливает, просто не убивает трэш. Да свет, не бейте Халиона. Стопните дамаг Халиона. Без мод, дар БР сейчас по Хазараку. Сразу залейте ему иннер и папироса. Дожгим на ману на той стороне, когда поднимет. Я уже ждал. Когда ты просил бей, иннер, я дал хим. Я понял. Блядь, ну шаман, вот этот Хазарак, так вообще не пойдет, ты просто вздыхаешь, я разливаю лужу, ну я не знаю, ты... А что если лужа, просто не напуливает, меня убивает трэш, потому что у меня агро высок, потому что я хилю. И то я еще пережидаю, пока что трэш идет, не хилю. Давай, Фрэль, ты там трэш пособираешься, понял? Да, я сейчас просто тут сразу не проблема трэш. В трэше, Вань. Ну, типа, ты Фрэль, мне, ну, мне будет удобнее, но тут смысл не в том, тут смысл в том, что... Короче, я... Вообще, вот, скажу вам честно, вот шаману вот этому, ну, что умирает от трэша, я не понимаю, как вы хилами вообще в свету сдыхаете от трэша. Я ходил хулипалом, меня бьют минуту, и все. Я что ходил хулипалом, эршамом, я никогда не умираю от этого ничего трэша. Я не понимаю, как вы, ну, что вы делаете, чтобы от него сдохнуть. Просто я убегаю за рейд, жду, пока что трэш на пуле. Начинаю активно хилить. Меня просто бьет трэш, я себя прохиливаю, меня опять бьет трэш, я умираю. Что я могу сделать? Я не понимаю вообще, зачем вот этот, ну, оверхил. Пока, ну, пока трэш не сбежался, ты вообще можешь там курить, там быстрину кинул, волну кастуешь, ЖМТ, все. Там мелкий трэш, он не дамажит, пока он, ну, он не соберется там. Я вообще не понимаю. Ты стоишь... Окей. Ну, я не понимаю вообще, как вы играете там. Ну, это бред какой-то. Вот так вот умирать, я, ну, когда этот... этот собирал, короче, Сауроныч. Там, вот я с ним ходил. Я там, блин, за 20 траев я ни разу не упал от трэша. Я постоянно был шаманом в свету. Я вообще не понимаю. Значит, хороший напулер, и что я могу сказать? Да, из гильдии нашей, это то же самое. Да тут еще их два рога, хант, ну. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Ваня Варенька, команда, держи ассиста. Сейчас. Так, ну давай там, слова, смотрите, что не хватает. Дайте интеллект еще, дайте чек на ФК, на пул. Что там, три кнопки? Так, вейт, три кнопки, Машулечка, что вам там не хватает? Так, рыбу ешь, Машулечка, что там? Вейт, и тут ретрик.
руки за спину уберите, нахуй, когда там бежит босс. Стойте, на сайте кафе-кашки, поехал. Ты, Саня, не с ЛПшки, надеюсь, начинаешь? Чек на пул. Саунд-то я начинаю. Так, Виталик, он... Тайтис, я готов, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в мир. Ну что, умирает, блядь? Близко не подходите. Хуйня то, что он умирает. Через хвост возвращается. Бежим. Так, смотрим лужа. Лужа в рейд. Следующую метку к хвосту выносите, через хвост возвращаетесь. Небеса в огне. Бежим. Смотрим лужа. Лужа в рейд. Мелкий трэш пошел на БДК, заберите его. Не спальте. Играем по мелкому трэшу, в ДК заходи сразу, я скажу, когда зайти. Дот эти больших РДД. Так, ДК заходи. Заходим в рейд. Возьми в печеньку, становимся. Амер, метка. Не туда, понимаешь. Диспел. Добили. Ждите. Давай, выноси, заходите. Заходите. Иннер своим хилом заливайте. Хитрить воскресенье, чё он? Фридома не было, ты шо там не посмотрел? Давал Фридом. Поздно дал. НК обнови. Свет, готовьтесь, 52. После метки будем выходить, после связи, после метки. Смотрим метка, в портал не выходим. Так и нету, выходим, выходим. Рассвету. Свет, первая метка, ровно назад. Ни право, ни лево, ровно назад. Диспельте. Так, смотрим, сейчас будет. Падает метеорит, бежим. Смотрим, лужи будут литься, лужа в рейд. Лужа в рейд, рост во тьме. Рост во тьме, свет по трэшу. Диспельте. Диспел, локо, диспел. Локо, диспел. Давайте бьем Халеона. Диспел ВВ. Пар, ты будешь диспелить? Ну он лагает, он говорил. Бежим. Свет, стоп, свет не бьем, смотрим лужи. Свет не бьем, лужа в рейд.
Свет только трэш бьем. Два мира, как обычно. Без моды я забрал, блин. Бьем Хаглёна. Бежим. Смотрим лужа. Свет в трэш играем. На пульте там паладин чуть не умер. И, наверное, Хазарака дайте. Капу хильте. Играйте по мелкому трэшу. Тьма стоп эти. Тьма стоп. Трэш не корнюйте свету. Свет Халеона бьем. Мелкий трэш добиваем, бьем Халеона. Так, смотрим, сейчас будет. Бежим, бежим, бежим. Блять, как же вы долго не спали. Давайте, лужа в рейд. Играем по трэшу. Так, баш ты тут. Наймер леса и баша. Свет только трэш бьем. Халена вообще не бьем свету. Скажете. Скажете, когда ему зайти. Играем по Халену. Прыгай. Заходи. Так, смотрим, сейчас будет метеорит падать. Бежим. Давайте, свет не бьем Халена. Свет не бьем. Смотрим лужи. Только трэш бьем свету. Смотрим, лужа в рейд. Давайте, только трэш. Будет 50 и будем добивать Халеона. Все, добивайте Халеона. Все, трэш не бейте, играем в Халеона. Все, убили, молодцы. Его чешка, наконец-то. Это... А. Так, рольте мили тапки. Что, на мейспик никому не надо? Хуя себе, блядь. На оф рольте. Дались.